Дорогие друзья, рад приветствовать участников первого молодежного экономического форума «Россия и Армения». Сегодня мы встретились, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют молодое поколение двух стран. Я уверен, что открытый диалог всегда помогает лучше понять друг друга, дает новые возможности для сотрудничества и создания передовых совместных проектов. Поэтому я надеюсь, что у нас сегодня состоится интересная дискуссия. Отрадно, что данный проект объединяет активных, энергетичных, целеустремленных молодых людей, а его насыщенная программа предоставляет большие возможности для общения как в профессиональной, так и в дружественной атмосфере. Несомненно, на этой площадке сегодня сконцентрирован интеллектуальный капитал, смелые идеи и стремление к новоавторству двух стран. Наши страны заинтересованы в еще большей вовлеченности молодежи в созидательную работу по модернизации экономики и социальной сферы, в расширении гуманитарных контактов, в развитии молодежных и студенческих профессиональных взаимоотношений. Уважаемые участники форума, армяно-российские отношения имеют многовековую историю и богатые традиции. Надеюсь, что первый форум получит продолжение и внесет свою лепту в дело при умножении этих традиций. Можно с уверенностью сказать, что нашей совместной работой мы успешно продолжаем эти традиции и стремимся придать новый импульс и новое качество сотрудничеству между нашими странами. Межгосударственные отношения союзнического партнерства и его стратегический характер являются основой постоянного совершенствования и повышения уровня нашего взаимодействия. Вступление Армении в Евразийский экономический союз открывает в армяно-российских двусторонних отношениях новую страницу и новый этап развития. Это создает еще больше возможностей для многосторонней интеграции в рамках государств-членов Евразийского экономического союза. Начало функционирования Евразийского экономического союза предоставило новые возможности для более глубокого экономического сотрудничества между нашими странами. Мы рассчитываем, что это позволит существенным образом изменить показатели по взаимной торговле, инвестициях, занятости и реальными доходами населения. Думаю, что вам, молодому поколению, уже скоро предстоит взять на себя ответственность за поддержание позитивной динамики развития интеграции на пространстве Евразийского экономического союза. Поэтому уже сегодня важно объединить усилия общества и государства в поддержке молодежи, обеспечить все условия для того, чтобы ваши таланты, знания и энергия позволили сделать вам уверенный шаг в стабильное и благополучное будущее. Желаю всем участникам форума интересных встреч, плодотворной работы и реализации наших совместных долгосрочных проектов и идей. Благодарю за внимание.